Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии скальпинг интрадей на зеркальных уровнях. И на сегодня я вам подготовил несколько торговых сигналов, на которых вы можете заработать. Давайте посмотрим. Итак, евро-доллар стремится вниз после повышенной волатильности на прошлой неделе в пятницу. Евро-доллар начал опять падать очень стремительно. И вот здесь вот мы видим, он остановился, возможно, даже откроется с гэпом. Я вижу линию поддержки, от нее можем покупать. То есть в районе цены 0.9899 можем поставить ордера на покупку и зарабатывать на краткосрочном росте. Если же перед дальнейшим снижением цена все-таки пойдет еще вверх, то у нас есть на коррекции три сигнала. Это вот первая линия сопротивления в районе цены 1.0007 можно будет продавать. Также в районе цены 1.0065 можно будет тоже продавать. И последняя линия сопротивления — это 1.0089. То есть у нас целых три линии сопротивления, на которых можно будет краткосрочно продавать. Вот такие вот прогнозы у меня на евро. Что касается британского фунта, он также стремится вниз. Тут линии поддержки особо я не наблюдаю. Но если пойдем все-таки вверх, то также у нас есть линия сопротивления, это зеркальная линия сопротивления, на ней можно будет продавать от нее. И также для краткосрочных прям скальперов, это вот линия сопротивления в районе цены 1.1572, также можно будет продавать и зарабатывать на падении. Британский фунт швейцарскому франку имеет три разворотные точки от линии сопротивления. Первая в районе цены 1.1616, вторая в районе цены 1.1527. И вот также для краткосрочных сделок линия сопротивления и разворотная точка в районе цены 1.1379. Вот такой вот у нас такая картина. Канадский доллар к японской иене имеет и линию поддержки зеркальную, и линию сопротивления. Значит, в районе цены 108.093 здесь можно будет продавать и зарабатывать на падении. Если же двинемся вниз, то в районе цены 105.057 можно будет покупать и зарабатывать на росте. Имейте в виду, что горизонтальная линия имеет широкий диапазон разворотный, поэтому здесь надо быть осторожным. Могут быть ложные пробои. Канадский доллар швейцарскому франку несколько раз уже пробил зеркальную линию поддержки, поэтому я вот ее сместил чуть пониже. Я считаю, что уже теперь линия поддержки у нас вот по этим минимумам в районе цены 0.7392. Поэтому если спустимся вниз, то отсюда можно будет покупать и зарабатывать на росте. Евро-иена пробила линию сопротивления. Теперь, если будем спускаться вниз, у нас будет линия поддержки зеркальная. От нее разворотная точка, и от нее разворотная точка в районе цены 138.695. Она уже один раз подтвердилась. Вот здесь вот мы видим. Если же двинемся вверх, то наверху у нас линия сопротивления в районе цены 144.270, от нее можно будет продавать и зарабатывать на падении. Сейчас тренд восходящий установился, поэтому вполне возможно, что мы до нее дойдем. Остальные сигналы на эту неделю, полный обзор можете посмотреть у меня на канале, ссылочка в описании. Сейчас давайте посмотрим экономические события, на которых можно заработать. Их достаточно много, неделя вообще горячая. Давайте посмотрим экономический календарь. Итак, в понедельник в основном выходные, а вот со вторника у нас решение по процентной ставке. Было 1.85, станет 2.35, планируется повышение. Все, кто подписан на мой телеграм-канал, знают, что мы заработали на прошлом повышении по австралийскому доллару. Поэтому обязательно подписывайтесь и будем зарабатывать на росте австралийского доллара. Это очень вероятно. В среду у нас будет ВВП по Австралии, ВВП по Германии и также решение процентной ставки доллар-канада. Кстати, имейте в виду, что канадский доллар, если укрепится, то пара доллар-канадец наоборот опустится вниз, не путайте. Ну и в четверг ВВП по Японии у нас планируется, а также решение процентной ставки в евро Центрального Европейского банка с 0,5 до 1%. Достаточно существенное повышение. Вообще сейчас везде идут кризисы, финансовые рынки колбасит, поэтому повышение процентных ставок, как я это говорил еще несколько недель назад, будет дальше продолжаться, и, как мы видим, оно продолжается. Ну и в пятницу разбавит спокойный день волатильная новость изменения занятости. Здесь планируется с минус 30 до 15 тысяч, поэтому вполне возможно, что канадский доллар повысит свою волатильность. Вот такие вот новости на эту неделю. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием. Всем пока!